У Чернігові нащадки розстріляних під час Другої світової війни ромів вшанували сьогодні пам'ять жертв нацизму. У 1942 році за три дні з 1 по 3 серпня в лісі за Черніговом на території теперішнього селища Астра окупанти розстріляли близько 5 тисяч людей ромської національності. Їх звозили сюди з Чернігівщини, з сусідніх областей, Білорусі, Росії та Польщі. Про це розповіли нащадки загиблих. Зараз на цьому місці спорудили пам'ятник. Імена більшості жертв досі невідомі. Їх продовжують з'ясовувати історики. Це не одне місце, де погибли рома і де їх уничтожали. Рядом ми вже знали місце, що в Павловці теж уничтожали, в Карюковці уничтожали, в Борозні уничтожали, в Нежині роми уничтожали. І тому ми хочемо всі ці місця ізучити, узнати і нанести їх на Google-карту. Именно те места, где были массовые расстрелы ромен. Предполагается, что здесь около 5 тысяч человек, потому что они говорили, что 1500 вывозились каждый день на расстрел. Когда пришли немцы, согнали их всех в кучу, цыган всех, и говорят, ну мы вас перевезем в Бессарабию, там, строим вам там самую хорошую жизнь. Кто успел, сумел уйти, тот остался жив. А кто не успел уйти, всех привезли сюда. Привезли сюда и тут же всех и расстреляли. С моей семьи, лично с моей, это дед, баба и 8-7 детей. Осталось из них только двое. Вот здесь, в Чернигове, тут же много жило цыган до войны, много. Гордовка, это была заселенная цыганами. Лисковец. Сейчас оставались их дома. Очень много. Собрали тоже самое, тут их всех и положили. И не должны забывать молодежь. И надо им напоминать об этом, что у вас были родственники, что у вас были прадедушки, прабабушки. Вот об этом надо помнить. И помнить надо, чтобы ребенок рос как человек. Надо, чтобы росла здоровая нация. А как ее вот воспитать, это зависит, по всей вероятности, от каждого, кто их растит.